Герои не умирают, всегда со своим народом борются и побеждают. Сегодня, вчера, год за годом. 9 декабря в России отмечают День Героя Отечества. Во Владикавказе этот день начался с возложения цветов к памятнику Петру Барбашову. Именно в этих местах молодой сержант, закрыв собой амбразуру вражеского отзота, дал возможность товарищам выполнить боевую задачу. Таких примеров отваги немало. Северная Осетия дала миру 79 героев Советского Союза и 13 Российской Федерации. 6 из них награждены посмертно. Одним из них был лейтенант Заур Джибилов. 2 года назад он ценой собственной жизни предотвратил крупный теракт. Сослуживцы, близкие, родственники и друзья почтили память героя. Мы недаром сегодня находимся на этом месте. На этом месте увековечена память наших погибших товарищей, которые, не жалея себя, не жалея своей жизни, совершали подвиги во имя спокойствия. День Героя Отечества – праздник сравнительно молодой. Он был учрежден в 2007 году. Однако сама традиция зародилась еще в 18 веке. Тогда по указу императрицы Екатерины Великой стали чествовать кавалеров Ордена Святого Георгия. Награда вручалась за доблесть и отвагу в сражениях. В наши дни символом солдатской доблести и победы стала георгиевская ленточка. Незримой нитью она связала нас со славным прошлым. Яна Гагиева, Тинатин Музашвили, Евгений Маркин, Осетия ТВ.